Это «Давеча». Продолжаем выпуск. За открытость и ответственность сегодня состоялась церемония вручения первой экологической премии для предприятия области «Отлично-2013». Награды получили руководители нескольких компаний, которые стараются беречь окружающую среду. Дмитрий Житарчук с подробностями. Практически по-домашнему, без особой помпезности. Такие церемонии для Кирова редкость. Экопремия и вовсе вручается впервые. Номинанты — предприятия города и области. Те, что не только делают ставку на качество продукции, но и ведут работу по снижению рисков загрязнения окружающей среды. Оценивали их деятельность общественники, активисты, экологи, представители департамента экологии и природопользования. Очень рады сотрудничать с ними и рады, что они проведут эту премию уже, в принципе, второй год, немножечко в другом формате. Поэтому спасибо вам большое. Партнером премии выступила компания «Уралхим», чьи проекты в области экологии берут на вооружение представители среднего и малого бизнеса. От организаторов мероприятия компании отдельный диплом. Компания «Уралхим» не первый раз с ними сотрудничает. Это наши партнеры. Большое буквы. И это время. Спасибо вам. В этом году памятные дипломы и награды получили 5 компаний региона. Победили те, кто ведет активную работу по информированию общества о своей деятельности. Ведут модернизацию производства для того, чтобы снизить воздействие на окружающую среду. Учитывалось не только это. Оценивалось наличие процедуры внутреннего контроля за тем воздействием, которое на окружающую среду оказывает предприятие, не только результаты каких-то проверок. В этом году заявки на конкурс подали всего 7 предприятий. Но, как надеются организаторы, экопремии отлично. Благодаря им уже в следующем году номинантов станет больше. Премия доказывает, общество и власти ценят то, что такие компании берегут окружающую среду. Это и станет стимулом для остальных участвовать в подобных конкурсах. Дмитрий Житарчук, Даниил Кочкин, Бюро новостей «Давеча».